Друзья, сейчас маленький репортаж о еде, чтобы я мог чем больше сделать о еде репортажа. Значит, вот этот японский ресторан, который называется, так и называется японский ресторан, находится в Бикси-центре. Это Фуджи, да. Называется Фуджи японский ресторан, находится в Бикси. Значит, цены здесь у нас такие. Вот это вот вся штука, вот этот суп чарский и вот эти суши. Это все стоит, вот эта штука, я не знаю, что это такое, тоже какие-то японские причиндалы. В общем, все это стоит 180, правильно, 180? 180 батов, это примерно 180 рублей. Потом вот эти штуки, это что такое? Темпуры. Кто? Темпуры. Темпуры, вот эти темпуры, это тоже, наверное, темпуры, да? Ну, так называется, темпуры. В общем, вот эти темпуры стоят, сколько они стоят? Вместе со всем 150. 150? Угу. Вот эти все темпуры вместе вот с этим рисом, с этим соусом и так далее стоят 150 бат. То есть это примерно тоже 150 рублей. Сейчас я попробую вот эту штуку и скажу вам, как она вообще примерно хотя бы на вкус, скажем так. Нормально. Это, конечно, не лучшие суши, которые можно поесть. За лучшим мы, возможно, поедем в Японию. Но суши вкусные, хорошие. Ну что, пока это все, смотрите на виртуал.